Данный портрет был написан по заказу президента Императорской академии художеств Ивана Ивановича Бицкого. Прокофий Акинфеевич Демидов был владельцем крупных горнопромышленных предприятий, вместе с тем одним из самых эксцентричных представителей своего времени, который прославился чудачествами не только в Петербурге и Москве, но и в Европе. Так однажды Демидов устроил в Петербурге народное гуляние и совершенно бесплатно представил для угощения огромное количество вина. В результате 500 человек умерли, несчастные просто не смогли вовремя остановиться, припав к заветной чаше. Тем не менее, невероятные причуды и прихоти промышленника ничуть не умаляли его образованности, тяги к новым знаниям и бескорыстия. Прокофий Демидов активно занимался просветительской деятельностью. Он передавал крупные суммы в фонд многих воспитательных домов Москвы, основал Московское коммерческое училище. Кроме того, страстно любил садоводство и ботанику, и в 1765 году даже написал фундаментальный трактат об уходе за пчелами. Портрет Демидова своего рода насмешка над традиционными парадными изображениями, ведь на герое картины нет торжественного наряда и сияющих орденов, только распахнутый халат, домашний жилет, панталоны, чулки, колпак для сна. Даже движением руки величественным, как у полководства, он указывает не на поле боя, а на горшки с выращенными цветами. Известный промышленник изображен без прикрас. Лицо его пусть и не очень привлекательно, зато выражает мягкость и доброту, а взгляд не лишен лукавства. Художник не скрывает и изъяны фигуры. Как и весь портрет в целом, Прокофий Акинфеевич выглядит весьма иронично. Тем не менее, зрителю ясно, что перед ним находится знатная, но своенравная особа.